Привет, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами играем в PC Building Simulator. Наконец-то я добрался до этой замечательной игрушки, точнее, я только что увидел, хотя она вроде как давно уже есть, но решил поиграть и записать. Бла-бла-бла-бла-бла, каждый месяц за аренду 15 баксов. Чё? 15 баксов он стрельнул, грёбаный дядочек, каким? Спасибо, я тебя найду и люлей тебе дам. Я не хотел телепортироваться. Ладно, потащили это Г собирать, смотреть, что с ним не так. Так, ставим. Окей. Антивирус. И что мне надо? А, вот на троечку надо нажать. Блин. Немножко неудобно, как по мне сделано. Зачем я должен каждый кабель тыкать? Или это только первый раз, как тутор? Давай, нажимаем. Поехали. Я, по-моему, забыл что-то сделать. Да, я забыл кое-что сделать. Да, как ты это делаешь? Ох. Вставляем. Вот теперь можно отходить. Установка и удаление. Так, что нам надо? Антивирус. Все, ставим антивирус. Можешь отойти? Да, отлично. Отлично. Тут ничего больше нету. Магазин. Проигрыватель. Установка и удаление программ. Так, нам, наверное, на этом ПК ничего не надо основного. Что у нас на интерес тут стоит? Можем его заапгрейдить? Наверное, нет. Ладно, перезагружайся. Так, посмотрим. У нас, конечно, не очень большой офис, но... Странно сделанный, оформленный. А это интересно, что за прозрачный... Собрать шкаф для хранения ПК? Серьезно, у нас есть такой шкаф? Прикольно. Прикольно, слушайте, плакатики веселые есть, особенно вот эту. Довольно-таки веселит. Ай, блин, сколько пролокатов. Доска с задачами. И чё, я могу что-то сделать? Или я просто могу на квадратике наводиться, которых нету? Окей. Вот, ты включился. Окей, антивирус. Начать сканирование. Окей, удалить подозрительные файлы. Бла-бла-бла-бла-бла. А удалять, может, можно не удалять, может, интересно. А почему нельзя было портабельную флешку взять? Оттаскиваем его сюда, ставим. Все, принять оплату. Окей, вот здесь. Отлично, выбросить. Потрясающе. Снова привет, я уже забыл, как компьютер быстро загружался, был не в курсе, что дядя уехал на мастерской, явно в надежных руках. Спасибо еще раз, Гэри! Спасибо тебе, ладно, забираем еще заказы, поставить мониторы из Store 500 ГБ или что-то получше. Угу. Окей, 970 геймер или что-то получше. Блин. Видеокарта 970 геймер. Так, вот 970 геймер, 280, 265 тут. Ладно, нормально платит, можно и поставить. Добавить, что у нас еще есть, что мы можем? USB-устройство, USB-устройство, ну блин, нафиг нам не надо. Автоподключение, вот эту фишку я уже себе хочу. Для стоек, стойки ставятся и вынимают сами собой, прикольно. PC-Bay! Вот эта штука мне нравится, судя по описанию. Я бы с радостью по сниженным ценам был запчасти на покупал. Ну блин, сколько всякой фигни на себе походу поставить. Так, а что нам надо еще? Так, где он? Поставить Easy Store или что-то... Martoni Easy Store 500 ГБ. Окей, где? Где? Инструменты нет, планки памяти не то, хранение данных. Easy Store на 500 ГБ. Ну блин. Давайте добавим. В корзине на следующий день. Купить. Окей. Так, что нам? Ой, 260. Овердрафт до 1000 нам расширили. Очень неплохо. Видюху меняем. Удалить пропылесосить сейчас сможем. Отлично. Ну, наверное, все. Да. Все, мы можем валить отсюда. День закончен, давайте свалим, завершаем день. Окей. ПК привезли, положите на стол и все можете. Ладно, приступим к работе. Окей. А, доставили карточку и фигнюшку эту. Ремонт, заменить видеокарту. Нет, нет, нет. Вот, давайте заберем вот эту вот шнегу и пойдем посмотрим, что с ним можно сделать. Так, я так понимаю... Да, поставься. Чистка ПК. Один. Сжатый воздух.
Выдуваем пыль. Где звук? Где звук? Я хочу слышать, как выдувается пыль из этого гребаного куска барахла. Так, я почти его почистил. Не говорите мне, что надо будет снимать запчасти для того, чтобы его почистить. Вот что такой бред. Оу. Оу, щит, что ты делал с этим ПК? Блин, братан, что с ним не так? Просто невозможно. Ой, блин. А эти сеточки вообще можно продуть таким образом, чтобы они стали чистыми? Мне плохо верится в это. Ладно, придется снять крышку. Блин. Ты бы еще 100 болтов в корпус вкрутил. Зачем вообще столько надо для гребаных крышечек использовать всякого барахла? Ну, свежий, сжатый воздух. Ну, выдуваем пыль. Че не так-то? Я вот еще пытаюсь выдуть отсюда пылягу. Но она не хочет удуваться. Оу, как надо муторно это делать. Видеокарта все уже? Все, пропылесосили? Отлично, ставим, вот она. Ставим его крышку на место, посмотрим. Она у нас должна нормально встать. Быстренько все закручиваем. И запускаем эту фигню, еще антивирус надо. Так, инструменты. Где ты там, мое чудо? Ставься. Так, все, вроде поставилось. Верните меня назад. Эх, автоподключение кабелей бы сразу. Но это стоит целый косарь, блин. Я думаю, что надо будет PCBay как можно быстрее купить. Потому что от него зависит наша прибыль. Подержанные запчасти, это всегда хорошо. Если клиент об этом не знает, почему бы нет? Хотя, в принципе, я не имею ничего против, если тут можно... потырить запчастей. Так, ладно, устанавливаюсь. Антивирусик наш дорогой. Что интересно, это антивирусник на Омега ОС. Это же Омега значок. Я ничего не путаю. Кто знает? Так. Да, Омега ОС. Прям подписано. Так, проигрыватель. И ладно, нормально пусть звучит. Так, посмотрим, что у нас еще мы тут можем сделать. В магазине-то явно дофига запчастей. Инструменты. Блин, надо инструменты посмотреть, какие еще есть. Информация о системе. Ненужная шняга. Виллайтрон. Еще до установки позволяет еще до установки комплектующих узнать, стоит ли игра свеч. Это как понять? Что? Не понял. PCBay. Вот эта фигня нужна. Вот это вот реальная штука. Так, ускорение установки. Быстрее винты закручиваются. Сами вот это вот самое крутое, что тут есть. И автокабель. Отлично. Видюхи можно какие-то сразу купить. 10.50. Блин. Купить бы вот этих вот 10.50 Ti и штук 10 сразу. И потом всем их просто засовывать в пекарню. Так, интересно, ты что там, готов? Давай, антивирус, ставься. Начать сканирование. Ну, давай, какую-нибудь фигню мы тут насканировали. Оставьте у двери. Я понял. Дверь ты где? Я иду к тебе сдать этот кусок барахла. Забираем этот кусок барахла. Я даже не знаю, что с ним надо делать. Так, устройство может быть запущено. Поставить ресторатор или что-то получше. Окей, давайте сразу воткнем все говно в него. А потом уже начнем его разбирать. Заднюю стенку нам, по-моему, только надо. Да? Заднюю же. Здесь? Значит, здесь, да. Да, берись. Вот это вот нормальный ПК. Два болтика открутил, и все, доступ есть. Открыть слот, поставить. Блоки питания не нужны. Вот эта вот фигнюшка должна встать сюда. Кабеля. А у меня не есть. Установка. Нет. Ладно. А если кабеля? Да. Все изи. Игра делает все за тебя сама. А как? Как закрыть его? Ну, мне, в принципе, пифиг. Пофиг. Так что... Он и так запустится. Братан, у тебя небольшой мод. Хе-хей! Лал! Это так комично выглядит все. Когда ты скажешь вот эту вот хренотень. Поставить 1070 геймер или что-то лучше. Окей.
Давайте просто повтыкаем. Мне нравится это через рентген так. Опа, прицелились, поставили. Доставься ты уже. Нет, сначала убираем панель. Панель убралась. Блин. Откручивать, закручивать, откручивать. Хрен Данил, материнская видеокарта. Так, давайте продадим это Г. Поставим вот это Г. Вкручиваем. Давай. Сюда. И комплектующие. Ставим стеночку и больше не паримся по поводу этого не топового ПК. Я даже не хочу смотреть, какие в нем есть NXZT, NX, NZXT, точнее, NXZT, блин. Че несу? А что я должен с ним сделать? Оставить у двери. А, все, замечательно, он же у нас готов. Не прикалывай, кстати, как он пакуется в ящики автоматически. Ну все. Братаны, принимайте оплату и еще раз принимайте оплату, а теперь выбрасываем все это. Так, команда, поздравляем, второй уровень. Криорик, что? Intel Core 6 поколения, нафиг он мне сдался. Так, срочно помоги, удалить антивирус, окей. Добавить до 16 гигабайт. Там вроде должны быть слоты на 2 гигабайта и на 4, чё? Не понял. Воздушная система охлаждения. Охлаждение. Ну, из того, что я видел в прошлых ПК, вот это вот, по-моему, там и будет стоять. Потому что они в них стояли. Сомневаюсь, что Cryorik будет стоять там. Или вот это вот оно, все дороже. Пропылесосим, разумеется. Так, чаще надо было. Добавить RAM до 16 гигабайт. А сколько уже есть? Раз, два. Может, так пойдет? Или три? Вот не пофиг. Три, может, Блин, даже не знаю. Давайте три возьмем. Вообще пофигу, сколько это будет стоить. 3-5 рабочих дней. Поехали. Абсолютно пофигу, что они там хотят. Срочно вроде. Писали, но типа пофигу мне. Ай, даже выключать не буду. Ну все, пойдем дальше, посмотрим, что нас ждет в следующий день. Вернуться. Завершаем день, нафиг. У меня выходной, пропускаем, приступаем к работе. Давай, все говно забирай. Это что, ремонт системы не хочу. Пошли удалять вирусы. Так, посмотрим. Но это же все у нас очень просто должно быть. Так. Да что ж ты будешь делать, а? Это троечка, работай. Что ты мне подводишь? Так, ставим всю эту хренотень. Ставим, я тебе говорю, блин, хренотень свою. Ставим бесполезный комп с вирусами. Что ж сложно, саму вирусы почистить, что ли? Зачем в ремонт относить? Сломалась бы у тебя видюха, другой разговор. Еще и с флешечки каждому ставить. Блин, флешку забыл. Ну что за мастер, а? Криворукий у вас. Да! Какого пинуса это происходит? А я не понимаю, почему флешка не может воткнуться без меня, когда она уже типа воткнулась и такой, должен ждать, когда эта полосочка дойдет, полосочка, тьфу, там, просто флешка долетит, допекает, это же смешно. Так, перезагружаем, и вообще, в моем понимании, вот то, что я сейчас все заказываю, у меня уменьшают деньги, мне нужно купить какую-нибудь фигню. Но я боюсь покупать PCBA, потому что он стоит 800. Ё-моё, офигеть. Все, братан, у тебя все работает. Вангую. Даже если нет, мне пофиг. Возьмем. У этого вроде оператив надо было поменять. Посмотрим. Так. Да. Вот, нажимай строечка. Давайте сразу все воткнем. Все равно, потому что кроме оператива нам ничего не надо. Сразу будем загружать и смотреть, потому что она. ОС должна быть запущена. Я так на глаз бы сказал, что она работает. Вот это вот нормально. Вот это вот нормально. Так, чё у нас? На 2. Блин. Так, сколько у нас будет? 8? 12? А слушай, у тебя нормально.
Тык. Так, 4 поставил планочку, еще 4. Итого у нас 8. Так, еще 4. 4 плюс 4, 8. Плюс еще 4, 12. Ну, почему нет? Так. Ну, я понял, что у нас нет этого количества гигабайт теперь. Что же делать? Давайте придется... Отдай мне эту карту драную. Знал бы, блин, конечно, все заново бы сразу купил. И планка, 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 планка. Еще одна с ракет. Заходим сюда. Покупаем. Блин, бесполезно просто. Провели время, считайте. Оплатить счет и... Ладно. Братаны, я понял вас. Братаны, я понял вас. Придется, чтобы счет оплатить, необходимо, чтобы у меня было бабло. А если я буду делать слишком их мало, то как бы у меня бабло не будет. Так, выкручиваем. Блин. Давайте сразу выкинем это барахло. Я, кстати, угадал, что это хренотень другой не может быть у него. Ну, улетай отсюда. Так, троечка. Давай, забираем, ставим. Но у меня есть еще одна такая замечательная мысль. Да, отстань. Нет, замечательной мысли у меня нету. Она не сработает. Я думал, у него там будет побольше, там какая-нибудь нормальная. Это я такой, почему мне просто не поменять их там? Ну... Ты вообще не можешь почиститься или что? Что не так-то? Что это за шняга там на заднем фоне? Ой, капец. Эту пыль просто, наверное, нереально выдуть будет абсолютно всю. Пропылесосить горит его. Да тут надо уничтожить все это. Огнем святой пламенем инквизиции сжечь, чтобы это все было пропылесошено. Так. Ненавижу болтики крутить. Ненавижу. Забираем и уносим. А ты у нас идешь сюда и просто стоишь, делая вид. Ладно, принимаем оплату. Чё, нет, зачем я к тебе подошел? Как я лоханулся, я забыл, что в этой игре надо носить термопасту, походу. Потому что я не знаю, что еще за сообщение мне могло написать. Вы забыли донести что-то там на что-то. Блин. Это весело. Просто серьезно забыл про термопасту. Ну, да ладно, что бывает. С кем не бывает. Ладно, я понял, ни с кем не бывает. Только ОС надо еще раз запустить. Для этого придется вот это вот все 100 раз соединить друг с другом. А раз это 100 раз соединить, так замедляет. Да блин, давай уже. Включаем, устанавливаем стенку, накручиваем, закручиваем. Сейчас осталось быстренько этот ПК толкнуть нафиг на какой-нибудь рынок. И забыть про него к чертям собачьим. Принять оплату, выбросить. Заменить материнская плата. Сокет Skylake и. Отлично. Шер блок питания на 600, окей. Блок питания на 600, блок питания на 600, блок питания на 600. Добавляем. Что еще там надо было? 3D Mark. Материнскую плату. Материнка. Где материнские платы? Вообще пофиг, мне кажется, все одно и то же. Сокет 1. Добавляем, у нас в магазине ничего другого нету. Так что, ребята, поехали. Баблишко пока копится. Потом, когда его будет больше косаря, начнем потихонечку, наверное, его тратить. Но пока как-то такое себе. Завершить день.
приступить к работе. Что мы тут можем сделать? ОС может быть запущено. Угу. Сейчас. У меня нету возможности. Пропускаем день. Приступить к работе. Отлично. Все, забираем. Сейчас тут разберемся. Мне, наверное, можно будет оплатить. А, то есть за электричество нам было всего заплатить-то, да? Я правильно понял? Платить еще за. Аренда 500 в конце месяца. И на этом спасибо. Так, видеокарты. Какие видеокарты? Планки памяти на 4. Все, давай, поехали. Лучше бы я купил что-нибудь подороже. Честно скажу, было бы гораздо приятнее и выгоднее. Быстрее. По крайней мере, чем я 100 раз так заказал, ну, переплатил, наверное, все-таки. Так, отлично. Может включиться? Я уже говорю, что оно включится. Все. Все, отдай сюда, и я понес это к двери. Заберите свой мусор. Так, что, 3D-марк, блок питания, все, это фигня, это 5 минут. Давай. Ох, ё-моё. Ну, давай. О-о-о, ненавижу такие системники. Надеюсь, вынимать все провода можно и без всякой фигни. Так. Ах ты, тупая система. А-а-а, серьезно. Серьезно, такая шутка, я не посмотрел просто на этот гребаный. Я думал, это стенка, а не стекляшка. Дебильный блок питания. Ой, блин. Давай. Еще откручивать надо. Ой, ненавижу я этот системник уже. Зачем такие дебильные корпуса-то делать, ребята? Блин, себе на ком собрать вот в этой игрушке? На новый собрать охлаждение, блоки питания. Где ты? 250 на 600. Окей, поехали. Вкручиваем. Только зачем тебе с 250 переходить сразу на 600? Да и, кстати, охлаждение у него, мне почему-то кажется, что непродуманное. Да, блин, цепляйся. Но меня прикалывает, что можно не обращать внимания на другую сторону. Ну, как бы нашим легче, но... и как дебильно это сделано. 100 проводов надо просто собрать. Так. Поехали. Комплектующие от ПК. БУ. Боковая стенка, алло. Ой, как неудобно сделано, серьезно. Этот ПК мне, с одной стороны, он прикольно выглядит, с другой стороны, дебильно, просто максимально дебильно. Ой, еще и он какой-то, это, как говорится, ездорукий. Все, так, давайте сюда инструменты, флешку. У меня же есть там 3D-марк? Так. Да уйди ты от него. Запустить. Все. Работает, работает. Материнскую карту сейчас за электричество. Да выбрось ты свое электричество, блин. Бесполезная фигня. Можно запускать. Принимаем оплату 16 ГБ. 2 ГБ на 4. Я так и не понял, о чем он взамен. Че? Я буду жаловаться нас на пикабу. Да, пожалуйста. Что за фигня? Какой менеджер Тим? Я читаю сообщение и такой... Еще и ноль. Это потратит мое время, но я бы тебя послал в далекие страны. Блин, надо ждать, надо ждать. Давайте доделаем эти ПК, завершим и на этом серию закончим. 3D-марк такой долгий. Наверное, на этом ПК мы и закончим. Ну и на что мы смотрим? Вот что, кадров времени. 25 кадров в секунду. FPS фигня. Ну, у меня на данный момент, наверное, столько же FPS, так что... Не, ничем не лучше. Зачем мне делать такие долгие сцены? Тут вообще 20 кадров. У меня, наверное, 5 кадров в это время сейчас идет на ПК. Я смотрю в ПК, на котором смотрю ПК, в котором есть 3D-марк. Отлично. Это предел мечтаний того, когда ты собираешь ПК, ты смотришь через свой ПК, как собирать ПК. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу сдать этот комп и, наверное, сегодня мы закончим. Так, все. Эта фигня готова. Ты просканировал, все, оставить у двери. Я тебя сдаю к чертям собачьим. Все, давай отсюда.
принимаем оплату, выбрасываем твое сообщение, подходим к этому ПК. И на этой счастливой ноте мы с вами, друзья, попрощаемся. И увидимся с вами в следующей серии этой игрушки. Надеюсь, она выйдет так же скоро. Не так же скоро, как вышла эта серия. Потому что сколько я не снимал ролики. Ну да ладно. До новых встреч, друзья. Всем пока. И заходите на стримы. Я их буду почаще вести. Надеюсь. Всем пока.